Трагедия в Гималаях. В округе Чамоли в индийском штате Уттарахант сошел ледник. Это разрушило строящуюся плотину. Началось наводнение. По горной долине ударили потоки воды, камней и пыли. Не менее 11 человек погибли, 6 пострадали, еще до 170 числятся пропавшими без вести. В основном это рабочие, трудившиеся на строительстве плотины. Жители деревень вниз по течению разлившейся реки Ришагана успели эвакуировать. В регионе работают спасатели, привлекли и военных. Мы снова интенсифицировали поисковую операцию во втором туннеле. У нас есть информация, что там находится около 30 пострадавших. Чтобы их спасти, на месте работают около 300 служащих индотибетской пограничной полиции. Ледник сошел с горы Нанда-Деви, она вторая по высоте в индийских Гималаях. Что вызвало сход, неизвестно. По одной из версий, большие куски льда откололись от массива из-за потепления. Округ Чамоли находится примерно в 500 километрах от столицы Нью-Дели. Внезапные наводнения и оползни здесь бывают часто.